Приветствую вас, на связи Вячеслав Опилкин, и в этом видео я покажу, как можно выводить деньги из проекта InstaGame. Итак, поехали. На счету у меня накопилось 3836 рублей, и сейчас я хочу вывести 3000 рублей на свою карту Сбербанка. То есть набираем здесь 3000, к выводу пишет 2880 рублей с учетом комиссии. Я думаю, это небольшая комиссия, всего 4%, то есть в принципе все в рамках. Так, давайте теперь я нажму на кнопочку «Заказать» и подождем, когда у нас произойдет выплата. Итак, приходит уведомление на мой Telegram-бот, в котором находится код, который нужно ввести вот в это поле. Все, код ввели, теперь нужно нажать кнопочку «Ок». Все, пишет успешно, нажимаем «Ок». Теперь нам нужно будет проверить счет в Сбербанке и удостовериться, что деньги к нам пришли. Итак, давайте перейдем в мой Сбербанк онлайн. Сейчас на данный момент здесь находится 3276 рублей с копейками. И давайте посмотрим, обновим страничку, посмотрим, пришли ли нам деньги. Вывод составляет около 5 дней. То есть, возможно, это произойдет не сразу же. Сейчас подождем немножко времени, и деньги должны прийти на мою карту. Итак, давайте обновим мой Сбербанк онлайн и посмотрим, пришли ли деньги от проекта. Нажимаю «Обновить». Вот так, да, сумма изменилась. 6156 рублей 79 копеек. Смотрим операции. Вот, 2880 рублей пришло от проекта InstaGame. Так, и произошло это 18:27 по московскому времени. Давайте вернемся обратно к моему кошельку и посмотрим историю. Да, вот, вчера было 15:12. Была заказана выплата. И получается, через 3 часа выплата уже была сделана. Пока делалась выплата, пришли еще 2 оплаты. Вот, и кошелек еще немножечко пополним. То есть проект платит, деньги в проекте, то есть поступают постоянно от нижестоящей структуры моей. Поэтому для тех, кто не верит в этот проект, то есть деньги здесь есть, деньги поступают. И можно на этом проекте хорошо заработать. Причем сейчас идет только предстарт проекта. Старт будет 20 апреля. И после основного старта здесь начнут поступать люди от компании. То есть компания будет делать еще таргетированную рекламу на этот проект. И здесь начнут появляться люди, уже зашедшие именно по прямой ссылке. Если вы еще не оплатили этот проект, вам нужно зайти в раздел «Финансы». Выбрать один из трех тарифов. Самый выгодный, конечно, на год. Но можно взять, протестировать и тариф на месяц. Стоит 890 рублей. После оплаты тогда у вас только появится уже раздел миссии, в котором появятся такие вот разделы. Нужно будет проходить разные миссии, то есть и получать за это дополнительные бонусы. То есть в виде сервисов, в виде дополнительных процентов приоритетов распределения участников. Как про то, что я говорил, когда уже компания начнет рекламные кампании делать. Вот, и дополнительно у вас появится, то есть раздел знания, в котором будут уже вот такие вот курсы именно по раскрутке своего Instagram аккаунта и курсы по привлечению команды в свою структуру. Так, и давайте я вам еще покажу свой Instagram аккаунт. То есть вот сейчас у меня здесь 3153 подписчика. До того, как я неделю назад вступил в этот проект, у меня было примерно на 200 подписчиков меньше. То есть реально проект работает, подписчики добавляются, то есть активность появляется, вот комментарии под постами. Вот, и то есть подписчики живые, они выполняют вот эти задания в разделе «Энергия». То есть нужно проявить активность и то есть пополнить свою энергию. И под вами будет вот также 10 человек, на которых вы подпишетесь и будете то есть выполнять задания под их инстаграм-аккаунтами. В принципе, это делается не очень часто, один раз в 5 дней, то есть нужно будет заходить на аккаунт, посмотреть, это уйдет минут 10 вашего времени, то есть потом нажимаете кнопочку «Проверить задание» и все, у вас активность проявляется, и вы можете дальше, то есть уже работать в проекте. Вот такие вот несложные действия нужно будет выполнять, и то есть будет уже прокачиваться ваш Instagram аккаунт, и параллельно вы сможете зарабатывать деньги в этом проекте. Также для своих подписчиков я сделал вот такое вот мероприятие, где можно вот по этой ссылочке перейти и подписаться на бота ВКонтакте, который будет показывать вам правильные шаги,
что нужно сделать в игре, какие действия произвести, то есть полезные материалы по раскрутке этого проекта. То есть и я буду в этой рассылке оповещать вас еще о предстоящих мероприятиях и то есть о полезных вещах, которые нужно сделать для продвижения в этом проекте. Все, на связи был Вячеслав Опилкин. Верю в ваш успех. И давайте вместе прокачаемся в этом проекте и сделаем хорошие обороты с помощью Инстаграма.